Наши предки знали толк в веселье да гулянье. Рождество, колядки, широкая масленица, Пасха, праздник Ивана Купалы – прекрасный повод вспомнить народные традиции. Да и исполнители приехали к нам в гости самые опытные и именитые. Владимирский ансамбль «Русь» часто выступает с сольными концертами в лучших концертных залах столицы и за рубежом. Яркий и красочный песенно-музыкальный спектакль «Русь задорная» позволил окунуться зрителям в атмосферу русских народных гуляний. За час с небольшим шоу программы зрители словно побывали на настоящих праздничных гуляниях. Мужчины исполняли ловкие танцы, девица-красавица водили хороводы. И, конечно, каждая сцена сопровождалась живой музыкой и пением. Так умело и прекрасно совмещать и исполнять танец и песню, да еще под живую музыку, достойно самых бурных оваций, на которые не скупились зрители. Равнодушных не было. Александр Сидоров, Новости 24, Муром.